Подпишись на канал. Друзья, добро пожаловать на GameStasy. Зовут меня Джекман, и мы продолжаем проходить Alien Isolation в VR-очках. Нам сейчас надо перекрыть все пути отхода из сервера, прежде чем изолировать в ней существо. Это значит, надо идти сюда. Так. А тут заперто. Тихо. Тварь здесь. Так, тут открыто. Уже тут? Ай-яй-яй. У меня огнемет, слышь, тварь! Нет, 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 не шипи нахрен! Иди в жопу! Работает! Ха-ха-ха! Огнемет работает! Поджарил тварь задницу! Так. Тихо. Огнемет, конечно, помогает, но у меня как бы топливо ограничено. Пошел нахер! Пошел нахер! Твою мать, так. Чего от меня требуется-то? Так, вернее, куда идти-то? А там заперто. Нам, по идее, вот в эту дверь, но тут заперто. Тут тоже заперто. Нам вот сюда надо? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ладно, мы не будем особо тратить огнемет. Вот скотина, андроидов-то вообще не трогает, на них вообще не отвлекается. Смотри. Тихо. Сюда идет. Вот ножка. Вот смотри, ножка, видишь? Вот ножка. Тварь! Что у тебя? Сволочь заметил. Вот скотина. Да блин, вообще ни с какой стороны не зайти туда. Тихо. Может, не заметил? Вблизи такой он огромный. Вот когда так на расстоянии смотришь, он не кажется огромным. А когда вот так вот вблизи, прям вообще здоровый такой. Ё-моё, да ты чё, круг навернул? А, нет. ВРД. Так. Ну, это легко. Хе-хе-хе. Убирай! Убирай быстрее, дура, блин, убирай! Эй, тут зеленый газ. Сюда не зайти. А если поджечь этот газ? Ну-ка. А, не варик. Ладно. Топливо. Отлично. Тут тоже нам надо использовать УРД. Ну, давай используем.
Так, быстрее, 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 быстрее. Так, так, так. Тихо. Есть, получилось. Тихо. Приказ, путь открыт. Тихо, 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 тихо. Карту, тихо. Путь открыт. А здесь можно спрятаться, нет? Да, можно. Рикардо, в чем проблема? Открывай! О, господи! Прости меня, я сейчас, сейчас! А выбраться из серверной. Здесь! Даже не сусит... Блин! А может, эта тварь заметила огонь из огнемета? Лучше, наверное, не высовывать огнемет. Журнал научного сотрудника Эш. Да твою мать. Так, ладно, мы знаем, что делать. Идем сюда. Так, быстренько. Капитан Даллас и первый помощник несколько фрапировал моим внезапным назначением, но, так, пожалуй, сюда. Следовало ожидать. Ничего нет. Идем быстро, 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 так. Это вот андроид или это тварь? Это андроид. Так, присели, присели. Вот так вот в уголок забьемся и сидим. Так, эта тварь пошла туда, я иду сюда. А, нет. Увидел? Увидел меня, нет? Вроде нет. Так, тихо, 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 тихо. И огнемет не потратили. Быстро, быстро, быстро. Быстро. Раз. Раз. Раз, есть. Убирай, 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 убирай. Сзади шаги. Все. Так, выбраться. Это значит, сейчас мы... Тихо. О! Под столом посидим. Так, баллон забираем. Быстренько. Быстренько, быстренько. Так, 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 так. Потом вот так. Так. Так, есть. И сейчас... Вот в ту дверь надо бежать. Сразу, сразу. Есть, получилось. Рикардо, путь открыт. Минуту. Рикардо, путь открыт. Черт, нет, дверь заклинила. Рикардо, в чем проблема? Открывай. О, господи. Прости меня, я сейчас, сейчас. Давай, 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 выбраться из серверной. Так, выбраться из серверной. А, здесь зона поиска только, здесь нет конкретной точки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, вот здесь вот не пролезть, ясно. А чё 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 чё? Рикардо, ну что? Сейчас, минуту! Нет у меня минуты! Сюда пришел! Сюда пришел! Уходи! Даже с огнеметом, блин, страшно! Не-не-не, огнемет не достаем. О, открылось! Так, хорошо. Во, сюда надо бежать. Фойе? Фойе. Так, а как мы в фойе? Сюда, сюда, сюда. Блин, сюда, сюда, сюда. Блин. А я что-нибудь покороче-то, нет, путь? Твою мать. Короче, надо все назад идти. Да? Ну да. Ё-моё.
Сейчас мы идем, короче. А я как стою вообще? Вот так вот. Так. Ну да. Назад идем. Тут тоже открыто. О, а вот этого парня что-нибудь есть? Топливо, топливо. Ох, как хорошо. Прям в тему так вообще хорошо. Сейчас можно даже сохраниться. Главное не бежать на радостях. Если побегу, все, эта тварь меня услышит. У меня, конечно, есть огнемет. Но все же. Так, сохраняемся. А, красиво. Все, я вообще, короче, при шоколаде. Или в шоколаде. Короче, без разницы. Я обмазан шоколадом. У меня, считай, много топлива. Я выполнил задание, сохранился. А, теперь сюда. Так, все правильно делаю. Как ты открыл дверь? Снял блокировку. Так, теперь прямо, потом так, так, ну да. Иначе Рипли было не спасти. Тварь на свободе? Мы ее уже поймали, а ты выпустил? Рипли, тварь у вас на хвосте. Куда мне бежать? Бегите сначала к лифту, потом в лаборатории Джемини. Попробуем ее там запереть. Рипли, Рикардо. Нельзя отдать этой сволочи опять уйти. Ага. Так, на лифт до Gemini Exoplanet. Сейчас резко, короче, мы налево. Понял. А, я думал, это андроид, а это не андроид. Не нарывайся. Да-да, иди, иди. А, тут уже нехорошие люди, да? Так, вот мы. Сюда, что ли? Так, погоди, это то самое место, где был взрыв. Да. А хер здесь делать? Не понял. А куда? Показывай сюда. Вообще не туда. А может быть, надо к этим людишкам куда-нибудь вон туда? Нет, вот туда. А! Ты чё? Ты дура, что ли? А! Иди нахер, дура, блин! Вот сейчас чужой придет, вам всем покажет. Вот увидите. Давай, чужой. Ты слышал выстрелы? Давай сюда. Иди сюда, чужой. Ты же слышал выстрелы? Да, блин, тупая дура. Так, сейчас чужой придет. Нет, не идет? Идет. Отлично, давай, дружище, работай. А, хорошо, хорошо. Спасибо. Спасибо, братюня. Если бы ты не кусался, я бы тебе пятюню дал. Но ты, сволочь, кусаешься. Так, она же не одна здесь была, да? Дай патроны. Патроны давай сюда. Да вы закалип. Иди их гаси. Туда. Туда иди, говорю. Тупой, блин. Туда, говорю, иди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй.
Наверное, стоит применить аптечку. Аптечка. Так, слушай, я правильно иду, да? Я правильно иду? Кажется. Во-во-во-во-во! Красавчик, дружище, я обожаю. Вот так вот. Так и хочется дать пятюню. Не-н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 е, ты давай, все, успокойся. А вот и лифт. Да? Да. Фу. Слушай, нормально мы поработали с чужим. Видишь? С любым существом можно как бы сосуществовать. И даже сотрудничать. Главное, нужны правильные подходы. Вот. Тут огнемет. Очень хорошо подошел. Я в Джемини. Надо полностью восстановить там электроснабжение. Подниматься надо бы на грузовом лифте, но он давно отключен. С тех пор, как Симпсон отозвал финансирование. Открыть систему распространения. Сохраняшку слышу. Так, это что? Недостаточно энергии, да? Сохранёшь. Сохранёшечка моя родная. Вообще просто кайфую. Огнемет, сохраняшки. Просто по кайфу. Еще бы чаще выпадали вот эти вот баллоны. А, эта женщина вроде безвредная, да? Просто сидит. Ты же просто сидишь, да? Все нормально. Все хорошо. Женщина. Ты же понимаешь, что мы тут все сдохнем. Ну, как бы. У меня огнемет. Ты-то сдохнешь, а я-то вот нет. Я бы с тобой поделился огнеметом, но я хочу выжить. Пойдем со мной. Выживешь. А так будешь сидеть вон на солнце смотреть? Не выживешь. Как-то мне не по себе. Так, пойдем со мной, говорю, ё-моё, я тебя спасу, ну, по крайней мере, попытаюсь. Давай, открой. Найдите в складском помещении пост андроида, там будет компьютер. Ага. Только тише, бога ради. У меня огнемет, зачем мне тише? Дезинфекция. Ой. Какая интересная локация. Я давно пытаюсь кому-нибудь загнать эту лавочку. Пока желающих ее купить не нашлось, но система охраны все еще работает. Ясно. Пока хватит разговоров. Блин, как это прикольно вообще. Реально, когда вот эти все штуки ты видишь в натуральную величину и в реальном объеме, это просто пипецки как круто. Топливо. Ну просто вообще кайф. Че это такое? В смысле? Че ты? Камера, что ли? Ё-моё, сейчас андроид придет. А, нет, не андроид. Не ходи. Не-не-не. Уходи. Блин. Ёбаная камера, а? Да твою мать! Все, тихо. Вроде обратно убежал.
Да вот ты дерьмо. Смотри, и отсюда ведь может вылезти. Тихо. Вот умница. Вот все правильно. Все правильно. Так. Камера, камера. Что ж с тобой делать-то, а? Я думал, эта камера как бы, ну... палит меня андроидом. А оказывается, на камеру реагирует... чужой. Так, ну-ка. Все. Можно идти. А можно сломать, тянет? Каешь? Андроид. Он добрый или злой? Андроид добрый или злой? Эй, привет, андроид. Тихо. Так, что у нас тут? Убирай, 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 дурак, уйди. О, о, ушел. О. Да уйди. О, успел. Уходи. Что стоишь, смотришь? Уходи, говорю. Уходи, твою мать. О! О! Так, эта штука нам не нужна, там чисто это, камеру отрубать. А камеру я вырубил. Так, тут закрыто. Что тут такое? Резак улучшен. Теперь у меня плазменный резак. Так, блин, теперь я боюсь пользоваться резаком. Эта тварь в любую моменту может это спрыгнуть сюда. И атаковать меня со спины. А я не успею. Да твою мать. А, эта тварь прямо здесь. Ну, поехали. Давай. А, твою мать, все. Тварь сзади, да? Нет. Темно. Так, карта. Карта. Классно. Огнемет еще вместо фонарика. Злой? Смотри. Сожгу херами, если ты злой. Да, вроде норм, правда. Ну, то есть, он не агрессивно настроен. Да ничем. Убей чужого, пожалуйста. Задуши его нахрен. Он за дверью. Хлам. Тут у нас компьютер. Да, ну-ка вставай, репли. Топливо, хорошо. Блин. Так, по-бырому. Ничего читать не буду. Я буду искать какие-нибудь утилиты. Так, финансирование Сиксон. Ага. Ага. Аудио ничего. Запрос на обслуживание. Получен запрос на техническую проверку в секторе С-12. Запрос подтвержден. Ожидайте техника. Техника, ожидайте. Так, открыть систему распространения. Вот эту дверь я ни хрена не буду открывать. Так, топливо, топливо. Нам нужно больше топлива. Клей нам не нужен. Вот умела бы Рипли сама еще делать топливо. Вообще было бы замечательно. Хорошо. Лестница. Так, аккумулятор. Так, что у нас тут?
Излишки. Эй, подожди, 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 подожди. Читать я не буду. Я боюсь читать. Потому что пока я буду читать, эта тварь может напасть. Система, а вот распределение. Отлично. Рубильники. Один в аналитической лаборатории, еще один в комнате санобработки. А что такое вот это зеленое? Там что? Ой, а там отрава, да? Ну-ка, давай попробуем. А, нет, нормально все. Но только здесь дверь заперта, блин. Твою мать. Так. Обработка руды. Значит, так, идем. Идем, 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 идем. Ну, в принципе. Глядя на большую картину, мы не забываем о малых деталях. Что-то? Интересно, но подожди. Дай-ка посмотрим, что здесь. Сохраняшка. О, сохраняшка. Ага. Бегом, 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 бегом. Сюэ. Так, подожди, подожди. Лучше не бежать, лучше идти. Мы уже были в подобном месте. Так, ладно, подожди, 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 подожди. Надо посмотреть, что там вентиляции было. Я думал, что по сюжету нам вон вентиляцию надо, а это чисто там комнатка. Оказывается, вот сюда нам не по сюжету, а вот туда по сюжету, я как понял. Так, ну-ка, залазь. Залазь. Ну чё ты? Где кнопка залезть? Вот. Так. Топливо. Шикарно. Нам просто раздают топливо. Просто. Вообще. На каждом шагу. Ух ты, как прикольно. А что тут? Так, нет, 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 нет. Все, тупик. Тут нечего ловить. А, как это нечего? Вот, нам сюда надо еще. Только здесь карта не прогружена. Ну, давай сначала там. Нам надо два рубильника врубить. Вот, один там, один здесь. Ясно. Да блин, здесь не так ведь это самое низко, чтобы гуськом идти. Можно было и стоя идти. А она идет гуськом. Не хочет стоя идти. Так. Fire sensor. А тут заперто. И там заперто. Ладно. Это не рубильники. Пойдем к компьютеру. Че лишь отдыхаешь, эй? Братан, ты чё? Вставай, Юми! А! Тут! Чего? Так ты ж добрый, ты чё? Да прекрати, ты ж добрый! Успокойся, ты чё? Успокойся, братан, ты чё? Ты ж добрый! У тебя глаза ведь были не красные! Ты чего? Офигел?
Нужно двинуть рубильник. Блин, а где это рубильник? Наверху, что ли? Ну, пойдем наверх. Так. Топливо. Опа, камера. Камера нехорошо. Надо вырубить камеру. Пойди, проскочу. Нет, нет, твою мать, нет, нет, нет. Блин. Ну, здесь, скорее всего, чисто камеру вырубить. Да. А мы камеру уже вырубили. Более надежным способом. И более примитивным. Так, оп, топливо, да ты смотри! На каждом шагу топливо. Меня просто балуют вообще. Вон еще топливо лежит на столе, вон, смотри. О, здрасте. Че надо? Че надо? Эй, че надо? Уходи. Уходи, говорю. Уходи. Вот. Хулиганчик, блин. Так. А, срез. Чисто срез. Тут у нас какой-то кровавый след. Это намек, что нам сюда надо. Ныряем. Кто-то, видимо, раненый сюда заполз. Да. Топливо, смотри. Тигры у нас просто вообще балуют. Жуть. А? Рычаг. Так, погоди. Если я дернул рычаг, то, наверное, там внизу компьютер включился? Или там надо было дернуть рычаги, чтобы компьютер включился? Наверное, рычаги. Или рычаг. Блин. Прям хочется проверить. Мне просто интересно, что там в компьютере было. Ладно. Хрен с ним. Ой. Стоишь, меня ждешь, что ли, родной? Ну ты че? Если вас здесь что-то не устраивает... Хе-хе-хе, дурачок. Ой, ты дурачок. Эй, ты куда? Не надо сюда идти. Вот правильно ушел. А пойдем проверим, что. Тут же недолго проверить. Вот так вот, если идти. Вот, все, мы на месте. Так, не бежать. Не бежать. Так вот же, работаешь. Ну, как это... Я же сдвинул рубильник. Может, какой-то другой рубильник надо... Вот. Необходимо запустить поток. Понятно, короче, все. Надо два рубильника врубить. Вот сейчас идем ко второму рубильнику. Потом мы там дернем рычаг. Потом зайдем в компьютер, активируем Android. Только вот зачем, непонятно. Так, ага. Можно было через вентиляцию идти. Но я пойду так, мне так больше нравится.
Подожди, не понял. Так я же врубил один рубильник. А тут все равно, смотри, горит. Ладно, хрен с ним. Так. Ага. Сюда. Ой, здрасте. Все. Ой, темно. Чё это? Так. Это душевые. А, вот. Так, и... Оп. Один есть. Теперь в аналитическую лабораторию. Так, а мне в комментариях писали... Причем неоднократно, что надо врубить субтитры. Так, 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 звук. Типа, если я не врублю субтитры, то я могу какой-то сюжетный момент просрать. Поэтому сейчас мы врубим. Вот. Йо. Хорошо, что вспомнил. То сейчас мне опять в комментариях бы написали, ты че тупой? Ты забыл опять включить субтитры, дуралей. А теперь так мне не напишут. Че, все заработало, значит? Значит, мы сейчас идем к компьютеру? Пойдем к компьютеру. Сейчас пшикнет. А, уже не пшикает. Так, раз. Потом батареечки. Два. Аптечку не буду использовать. А пойдем вот так вот, беспалево. Быстро, быстро, быстро. Здесь. Да твою мать, а! Иди нахер! Блин, не получилось беспалевно залезть. Туда уж не буду лезть. Раз уж прогнал. Побежали. Чё тут? Шприц. Баллон давайте. Сюда. Я вообще правильно делаю, нет? Ну да. Вроде как правильно. Сейчас активируем. Надо сохраниться. Какой активируем? Ты чё, блин? Сейчас всякая хрень может случиться. Ой, я понял. Я прям на расслабоне. Ну, местами все равно напрягаюсь. Я приезжал, да. Ты приезжал сюда. Ты сюда приезжал, да? Ой, ты мой хороший. Ну иди сюда. Ну иди сюда. А теперь уходи. Уходи отсюда. Все, давай. Здесь никого нет. Не суйся сюда, тварь. Эта тварь сейчас может сделать вид, что не замечает меня, а потом как резко прыгнет. Вот это меня особенно пугает. Я там могу не успеть среагировать. Ну ты чего? Чужой, уходи, все, здесь никого нет. Так, кажется, уходит. Давай, 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 вали, 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 вали. Вот там дверь. Открывай дверь и уходи. Да ты чё не уходишь-то, э? Тебя чё, прогнать? А ты сволочь. Услышал огнемет или увидел. И не понимает. Все, завис. А, ушел, все. Так, а мы сейчас вот здесь сначала дергаем рычаг.
Ах ты сволочь, а. Необходимо запустить поток? В смысле? А, сначала, наверное, надо компьютер запустить, а потом уже эти штуки дергать. И тогда мы восстановим электропитание. Но тогда появится еще этот вот, ну, Android. Так, все, ушел. Так как? Нужно сдвинуть рубильник. Какой рубильник? Где? Вот рубильник. Необходимо запустить поток. Какой поток? Как? Где? Вот карта. Вот. Включить рубильник. Че? Вот я иду. Вот. А, сейчас. Вот сюда нам надо. Да? Вот, мы на месте. Дальше. Идем сюда. Так. Дальше. А, во, смотри. Три надо было активировать. Три, а не два. Все, возвращаемся. Сейчас очень опасно. Сейчас очень опасно. Вот, теперь сохраняем. Вот. Все. Вот, войти в терминал. А если сюда сейчас? Ну-ка. Да, сначала в терминал входим. Текс. Ошибка. Утилита. Кабель о распределении. Запрос на обслуживание. Получен запрос на техническую проверку в секторе С12. А зачем я так сделал? Запрос. Наверное, не надо было так делать. Ожидайте техника. Наверное, не надо было так делать. Зря я так сделал. Так, ты же добрый, да? Да, он добрый. Добрый пацан. Так, поток запущен. Сейчас придет сюда дядя чужой. Быстро. Раз. Дернули рычаг. Два. Дернули рычаг. Все, Рипли, лифт заработал. Ясно. Вы идете в место под названием проект KG-348. Скажите, когда доберетесь. Так, ага. Чё-то я ни хрена субтитры не ощущаю. Так. Сюда идем сюда, потом чё? На лифте к проекту KG-348. Куда я пошел? Так, иду. Ну да, вот так и иду, чё. Слушай, подожди, ну-ка. Понятно. Так. Теперь сюда. Тут заперто. И там заперто. А. У меня что есть? Быстро, Рипли, быстрее, резче, давай, вверх.
Давай. Право. Отлично. Окей. Блин. Зачем ты здесь есть? Вентиляция гребаная. Тонул, клей. Баллон давайте. Баллон, баллон. Где баллон? Баллон, баллон, баллон. Нет баллона. И сохраняшки нет. О, какая женщина. Так, ошибка. Что такое KG? Ну, давай посмотрим. Что такое KG-348? Это газовая планета-гигант, расположенная на расстоянии более 6 астрономических единиц от центра системы. Она представляет собой редкую смесь металлических газов. Чтобы раскрыть ресурсный потенциал этой планеты, мы запускаем исследовательский проект, возглавляемый компанией Gemini Exoplanet Solutions. Хорошо. Gemini Exoplanet Solutions. Дерзать, учиться, адаптироваться. Жизнь – вечная череда перемен. Мы эволюционируем и приспосабливаемся к новым условиям, опираясь на то, что дала человечеству мать природа. Наша компания... Ну такое, ну очки, ну сядьте нормально. Вот так вот, хорошо сидите и все. Компания устремляется к новым горизонтам. Мы не только изобретаем новое, но и находим неординарное применение уже существующим технологиям. Топливо становится строительным материалом. Оборонные разработки служат развитию сельского хозяйства. Космические технологии вовсю используются в хирургии. Оглянитесь вокруг. Никогда не знаешь, что может оказаться полезным. Спонсорская поддержка компании Sixen. И херли, я сюда пришел вот эту хрень почитать, что ли? А я вообще куда пришел-то? Да я вообще не туда пришел, куда мне надо. Здесь делать нихер. Уходим отсюда. Варя, не спас я тебя, да, бедненькая. Прости, женщина. Я сейчас сказал, пошли со мной. А ты не пошла. Сидела там, на солнце смотрела, загорала ли она там, не знаю. Так, слышь, камера, ты давай не работай. Ты что работаешь? Ну ты прекращай работать. Сохраняшечка. Ой, да что ты? Да что ты? Слюнки пускаешь, да? А вот так вот не хочешь? А? Блин, зря, наверное, так вот трачу баллончик-то. Здрасте. Подожди. Хочу здесь все осмотреть. Эй, привет! Ну-ка. Блин, я сейчас так вот безрассудно трачу огнемет, а потом наступит такой момент, когда он мне очень сильно понадобится, а он у меня все кончился. Кстати, меня уже перестали баловать. А, все у меня? Все? Кончились у меня баллоны-то?
Я, конечно, понимаю, что мне сюда не надо, но... Мне пипец любопытно, что здесь за место такое. Дарю, да, тварь? Я даже этой штукой перестал пользоваться, этим радаром. Я сохранился, если что. Эта тварь уже сзади. Иди вон туда. Иди вот туда, вот, вот туда иди. Ай, нет, не надо было так делать. Он не убил меня? Ну это срез, зачем я сюда вообще полез? Это ж тупо срез. Зря только, блин, баллончик потратил. Иди нахер, блин, сейчас опять баллончик потрачу зря. Так, знаешь что? Я все-таки считаю, что сейчас стоит загрузиться, потому что я столько потратил газа зря. Так что я сейчас загружусь. Последнее сохранение. И сюда просто не пойду. Здесь делать нечего, вообще бессмысленно сюда идти. Вот. Все, идем сюда. Ну, подожди. Я здесь что-то брал вроде. Нет? Так. Пошли отсюда. Лифт. А, да, вот, вот туда я ходил. Не надо пойти. Все, поехали. Фу. Цель проект KG-348. Уэйтс, я дошла. Тварь идет за вами? Вроде да. Ясно. Идите в лаборатории. Субтитры появились. Так. И открывайся. Сохраняшку не слышу. Слышу теперь. Вот, сохраняшка, друзья. А здесь мы прервемся. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Эти ваши действия очень сильно помогут развитию канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.